Гуашь, кисти, тонированная дизайнерская бумага, вдохновение и хорошее настроение. Вот и все, что нужно, чтобы отправиться в далекое путешествие. Ведь именно так называется мастер-класс для юных художников, который прошел в досуговом центре «Юность» в поселке Петровское. Создать атмосферу успеха, да, получится у всех, то есть это однозначно. Почувствовать себя немножко такими творческими людьми, показать, похвалиться и сказать, а я могу вот так, да, и поверить в себя. Ребятам предстояло нарисовать поистине космический сюжет. Мастер-класс организаторы посвятили 60-летию полета первой женщины-космонавта. Творческий процесс сопровождался интересным рассказом о Валентине Терешковой. Многие, да, мы знаем, да, была первая женщина, но мы не помним, как зовут, да, когда полетела, ну, совсем тяжело. Вот, потому что если про Юрия Алексеевича у нас Гагарина в большинстве своем дети знают, потому что и школа, и как бы другие дополнительные занятия дают представление о первом человеке, полетевшем в космос, то Валентина Терешкова – это как бы такой второй этап, но и немногие о нем знают. Свои силы в живописи могли попробовать все желающие, даже те, кто до этого редко брал в руки кисти краски. Впрочем, и не новичкам было чему поучиться. Тут некоторые элементы есть такие, так, давай, черный. Что чуть-чуть трудно. Классно. Сложно? Нет. Многие ребята подружились еще во время июньской смены художественного лагеря, поэтому с радостью пришли на занятия в любимый досуговый центр вновь. Я хотела рисовать. Друзья, новые знакомые появляются. А так еще хотела в лагерь ходить. Юные художники могли пофантазировать, каким же планетам отправится нарисованный ими космонавт, а потом забрать картину домой, чтобы кому-нибудь подарить или украсить свой дом. Подобные мастер-классы педагоги досугового центра «Юность» планируют проводить на протяжении всех летних каникул. Следите за афишей. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Довлятова, Видное ТВ. Хорошо.